Так, закончил очередной санузел. Вернее, я его закончил еще месяца два назад. Тут мебель доделывалась, зеркало. Пока туда-сюда. Значит, вот вам. Представляю. Сейчас вот стиралку подключили, запустили. Короче говоря, огромное зеркало, 2 на метр 20. Я заколебался его ставить. Еще вот уголки не сняли. Вот, огромная столешница, 2-метровая. Все на доводчиках. Все четенько. Радиатор. Ну, про него я рассказывал. Немножко по-другому буду делать в будущем. Это был первый радиатор у меня здесь. Поэтому так я вынес, не додумал. Скрытый люк. Вот в этой зоне скидывается плитка. Здесь вот так вот. Ну-ка, как оно будет. О, очень много света. Здесь шкафчик. Сюда ручки еще нужны. Вот, все четко. Стеклянные полочки. Красиво. Потолок натяжной, теневой профиль у потолка. Полотенцесушитель электрический. Полы теплые, электрические и радиатор. Стена утеплена, вот это. Это торцевая стена, поэтому, ну, это вообще башня одноподъездная, вот поэтому здесь радиатор располагается. И, короче, я утеплял стену пеноплексом, наращивал 5 сантиметров. Полы утеплены, электрические полы проложены. Вот, здесь, в общем, будет очень тепло. И туалет. Туалет с раковиной, с гигиеническим душем, с унитазом с функцией биде. Вот, пипка. То есть полный фарш. Управление теплым полом с Wi-Fi. То есть можно даже не нагибаться, можно все с телефона управлять. Здесь тоже с подсветкой. Тоже сейчас выключу свет. Опа. Вот. Люк мебельный во всю ширину. Черный бойлер с Wi-Fi. С телефончиком, с умной функцией включения. Короче говоря, без воды он не включается. Там стоит датчик. Включается только на нагрев, если там есть вода. Короче, сжечь его невозможно. Так. Все. Такой вот санузел.